православии Рождество отмечается 7 января. Оно входит в число самых важных православных праздников и предваряется постом. Сегодня владыка Феогност выступил с проповедью и напомнил прихожанам о его значении. Он, Бог, по отношению к человеку показал, как же мы должны тогда быть, как же мы должны поступать, так и мы должны с вами с любовью относиться друг к другу. Вспомним наших родных и близких. Вспомним тех, которые больные, немощные. Ведь Господь сказал, что кто послужил им, послужил и мне. С Рождеством анапчан поздравил глава города-курорта. Юрий Поляков поблагодарил Феогноста за внимание, уделенное Анапе и его участие в православных мероприятиях. Хочу всем пожелать твердости духа, твердости в вере. С праздником всех Рождества Христова. Пусть Бог благословит нас и даст нам все то, что мы просим у Него. А мы за это будем молиться и благодарить нашего Отца, Господа нашего, вашего Преосвященства. Это от нас. Спасибо вам за то, что оказываете помощь, поддержку, служение людям. Спасибо. Протоиерей Виктор Полянкин подарил владыке Феогносту икону Николая Чудотворца. После литургии для прихожан выступил хор воскресной школы, а всех детей угостили сладостями. Руслан Душевский, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.